В этом году доля поддельных автомобильных деталей на российском рынке выросла в два раза, достигнув рекордные 28%. То есть каждая четвертая автозапчасть оказалась фальшивой. Наибольшая доля контрафакта, 18%, зафиксирована в сегменте моторных масел и технических жидкостей. По прогнозам экспертов, контрафакта станет еще больше. Доля чистых подделок вырастет еще в два раза до 5-6%, а похожие по дизайну подделки могут заполнить треть рынка автомобильных товаров.